Вот такие вот вертолеты прилетают. Когда в критическом состоянии человек, или они считают, что его невозможно транспортировать по земле, и это практически ничего не стоит. Ну как практически вообще ничего не стоит человеку, которого мы вызвали. Все за счет государства. Вот такие вот они. Вертолетики. Вертолет. Да, вертолет, смотри. Правда. Смотри, включится наша. Смотри. Смотри, как летает.